Залучити якомога більше людей до бігу та здорового способу життя. Саме такою метою керуються творці нового бігового клубу «Старт Дніпро». Ініціатором та ідейним натхненником виступила дружина мера Марина Філатова, яка кілька років тому захопилася саме бігом. Тренери в цьому клубі – титуловані спортсмени. Таким чином, пані Філатова мріє зробити з Дніпропетровська місто, в якому бігові змагання стануть невід'ємною частиною життя. У нас очень большие планы. Мы хотим делать и уже делаем сайт, на котором кроме того, чтобы ознакомиться с клубными соревнованиями, вы также сможете принимать участие в форуме. Любой человек может задать вопрос и получить на него ответ. Мы будем вести блоги, мы будем рассказывать о спортивных соревнованиях мелких и статусных крупных. В наших планах проведение лекций, семинаров не только для бегунов, но и для всех людей, которым интересен здоровый образ жизни и спорт. Люди все разные, да, и каждому человеку надо иметь индивидуальный подход. Кто-то приходит в возрасте, который считают уже довольно-таки большим. Мы отталкиваемся от возраста. Кто-то приходит молодой. Мы также само отталкиваемся от возраста. То есть под возрастную категорию мы подбираем нагрузку. Это обязательное условие нашей методики.